Всем привет! Расцвел Вайн Делайт, и в этом году у него всего 3 цветочка. Крупные, пахучие, но всего 3. Дело в том, что в этом году произошел какой-то странный, непонятный случай, что повлияло, понятия не имею. Видите, откуда у него идет ростик? Снизу. Вайн Делайт обычно цветет сверху. Вот у него, видите, вот тут вот был цветоносик, вот тут вот был цветоносик. А в этом году вот снизу. Так вот, когда он его выпустил, я думала, что все, цветение можно не ждать, что это будет новый ростик. Стоял он у меня на улице. И было ему и много солнца, и воды было много, и, в общем, у него произошла вот такая вот мутация. Вышел реально новый ростик, пимпочка такая очень похожая на новый ростик. Надо мне как-то повыше его поставить или опуститься самой, так будет слишком темно, наверное. В общем, я забрала его домой. И дома из этого ростика мутировал цветонос уже. Я поспрашивала людей, иногда такое бывает, что вроде как начинает расти рост, а потом он мутирует в цветонос, но, как правило, он дает там один цветочек какой-нибудь уродливый, ну, либо просто один цветочек, не обязательно уродливый. У меня вот был нормальный цветонос, но почему-то вот 3 цветочка, а тут вот все засохло. Не поняла я вообще в этом году этот цветок. Что-то с ним не так. Но все равно процвел. Посмотрите, какие крупненькие цветочки. Как бы сейчас не сломать цветонос. Ну вот, его, наверное, надо подвешивать, чтобы было видно. Цветы у него растут вниз. Ну, пахнет. Обалденно пахнет. Ой, интересно, это уже... Не, вроде так и должно быть. Очень красиво. Вот эта вот бульбочка цветет у меня каждый год. Бульбочка, морковка. Морковка цветет каждый год. Мне она очень нравится. И мне кажется, что в этом году, из-за того, что цветочка 3, они крупнее намного, чем были в предыдущие годы. Может быть, приподнять вообще весь цветок. Ага, так солнышко не видно. Ну, в общем, красотулечка. Красотулечка. Жаль, конечно, что только 3 цветочка. Если честно, я видела морковки, которые... Вайн Делайт, которые вот, да, моя с руку где-то выросла такая морковина. А у некоторых как две моих руки такие, две огроменные. Огроменная морковка с две моей руки. И у них там, конечно, букетище, но я хочу сказать, что я в этом году не сильно ее удобряла. Я вообще в этом году орхидеи очень мало удобряла. Мне было не до этого. Но, тем не менее, все цветут, умнички. Ну, запах обалденный. Мне нравится. Как по мне, так он пахнет такими пробродившими фруктами немножко. Но мама моя со мной не согласна. Она говорит, что запах какой-то другой. Вот. Красотулечки. Спасибо всем, кто посмотрел. Пока-пока.